Та рука, которая была на животе, у нас так и остается на животе. Другая рука перемещается на грудь. Не нужно сильно задирать локоть вверх или наоборот опускать его чрезмерно вниз. В общем-то, предплечье должно быть где-то примерно параллельно полу. При грудном дыхании мы полностью исключаем из акта дыхания переднюю брюшную стенку и дышим только грудью. Максимально расширяем межреберные промежутки. Максимально, насколько только это возможно, расширяем и раскрываем грудную клетку. А в самой конечной фазе даже приподнимаем еще и надплечье вверх, для того, чтобы максимально заполнить воздухом верхушки легких. Внимание на контроль. Та рука, которая находится на животе, совершенно не сдвигается с места. Это говорит о том, что передняя стенка живота не совершает никаких действий. Не поднимайте плечи раньше, прежде чем закончите раскрывать грудную клетку полностью, без участия плечевого пояса.